Как сообщил Владимир Сипягин, сотрудничество с Т-Плюс на территории нашего региона налажено уже давно. Поставщик зарекомендовал себя как сильного, надежного и стабильного партнера. Также губернатор отметил, что за прошлый год ПАО Т-Плюс в 4 раза увеличил свои доходы, а это, в свою очередь, говорит о доверии самих потребителей. Андрей Вагнер напомнил, что несколько лет назад при строительстве ТЭЦ-2 Т-Плюс инвестировал в наш регион почти 11 миллиардов рублей. Новый объем инвестиций в рамках соглашения, это порядка 1 миллиард, будет также частично направлен на модернизацию ТЭЦ, но основной объем пойдет на ремонт тепловых сетей. У нас одна из основных больных пока точек – это все-таки тепловые сети. Мы действительно много сделали, мы там много сильно привели в порядок, но проблема как тема остается. Поэтому основная часть инвестиций – это точно сети. Часть там порядка 200 называемых миллионов – это станция. Но станцию, как я сказал, мы все-таки в прошлые годы, наверное, все-таки больше привели в порядок, чем сети. Поэтому вот такая примерно пропорция, такое разложение инвестиций. Главное, что мы сегодня видим, это то, что при сохранении практически вот того тарифа, о котором мы сейчас говорим, это повышение качества. То есть это тот технологический ремонт, те финансовые средства, которые вкладываются в небольшом количестве, как я и говорю, вот в ТЭЦ, но самая львиная доля уходит на ремонт теплосетей. А ремонт теплосетей – это отсутствие прорывов, это бесперебойное, то, о чем вот говорилось как раз, теплоснабжение в отопительный период. Поздравляем. Спасибо. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 года.